Кать! Что? Походу, в нашем городе пора дурку открывать. Снеговик с ума сошел! А в кого он пуляется-то? Так и вот и у меня такой вопрос. Ты дуриман, да ты что делаешь? Там никого нет! Он завис, походу, его нужно перезапустить. Ничего не делай. Пускай злых духов отгоняет из воды. Ладно, не отвлекайте меня вообще, я тут собираю. Ладно, ты продолжай, сумасшедший. А ты-то что делаешь, ты мне можешь сказать? Так, нужно вот это забрать еще будет, и еще вот туда сходить. Я хочу вот посадить салатик. Так, еще вот здесь надо взять. Ножницы нужны, лопата. Ты будешь мне помогать там или нет? Какой салатик ты хочешь посадить? Ты можешь нормально людям объяснить, что ты будешь делать в этой серии, алло? Наступил Новый год. Наши ресурсы едибельные, едабельные, кушательные, хавчикальные закончились. Нам совсем нечего есть! Ты сейчас матюкнулась? Я сказал... В смысле? Едибельные, еда, слово есть, естительные. Слушай, сама ты едибельная. Сейчас опять кто-то в комментах напишет то, что Катя матери... Это не мат. Едибельные. Едабельные, хорошо, едабельные. Да хоть какие. Нам нужно посадить срочно, что-то кушать. Осталось мало еды. Да. Собираю все семена и потопали на нашу ферму. Так вот, Новый год закончился. Все наши ресурсы пошли на салатик. Какой Новый год закончился? Он только наступил. Новый год только наступил. Ну, в смысле, праздники кончаются, вся наша еда заканчивается. Берем семена свеклы, берем семена тыквы, семена арбуза, семена, что здесь еще есть? Семена пшеницы, берем сразу всю морковку, берем сразу всю картошечку и тикаем на нашу загородную дачу. Которая находится в пару метрах. Ну ладно, пойдем. Не обращай внимания. Мне кажется, он после Нового года просто еще не отошел. Ты видишь то, что у нас раньше как бы здесь было два снеговика, он походу своего братана потерял и с ума сошел. Скорее всего, так и есть. Вы че? Там трезубец, Кать! Трезубец! Прикинь, если сейчас выпадет трезубец, то я завтра женюсь на этом снеговике. Отвечаю, просто зуб даю. Женюсь на снеговике. Увы, не повезло. Ничего не выпало? Свадьбы не будет, нет, все отменяется. Жалко. Он перестал. Все, катушка на место стала? Больше не стреляет? Это, как говорится, клин клином вышибает. Вот все нормально. Мы за тебя спокойны. Пойдем дальше. С наступившим, Дуримонда. Так вот. Я там проделал небольшой такой путь за вот эту гору. Ты бы на самом деле шмотки бы на себя нацепила, а то ты ходишь голая просто. А тут монстры посередине ночи гуляют, не? Пошли. Ой, подождите. Какой черт мне взорвал здесь половину фермы, я не могу понять. Я могу предположить, что это мистер Крипер? Скорее всего, это мистер Крипер? Только я не понимаю, почему он взорвался сам. Короче. Мы решили то, что мы здесь забабахаем себе огроменную, ну как огроменную, в скобочках, огроменную ферму, чтобы у нас всегда и днем, и ночью, зимой, и летом были нужные нам ресурсы. Как-никак, Катя любит очень сильно пожрать, прям не себе. Я люблю покушать, и это неоспоримый факт. Поэтому давай, меньше слов, больше дела, Игорь! Обязательно нужно было ночью идти сажать это все. Екрекозябрик, подойдите, пожалуйста. Что? Не слушаю вас, пипука, короче. Держи, короче, вот эту землю, держи ведро воды, держи пустые ведра. Твоя задача застроить вот эту дырку, которую здесь организовал нам мистер Крипер, надыбать где-то воды, а вот, кстати, вот там же вода есть, и залить вот сюда все водой. А земля зачем мне? Чтоб дырку залатать, где мистер Крипер все взорвал. А мы еще с тобой, кстати, забыли вот эту алмазную мотыгу нашу взять. Поэтому я сейчас домой за алмазной мотыгой и обратно вернусь. Мне не хватит 6 блоков, чтобы залатать эту дырку. Ну, значит, да будь там еще блоки. Тропическая рыба в ведре, блок коралла мозговика. Ты что там за заклинание читаешь? Очень сложно, не уходите, пожалуйста. Ладно, нет земли, закопаю другим. Не надо другим, да будь землю! Кать.
У тебя перед тобой две горы земли. Вот, да будь ты эту чертову землю и поставь. На кой черт ты ставишь сюда золотые блоки? Ну что бы я в инвентаре, то и поставила, блин, да сейчас залутаю я. Залутай, всё. Вот доверься ей, вот что-то сделать, она как всегда все напорточит, поэтому надо всегда все самому делать. Короче, я предлагаю сюда засадить все семенами арбуза. Вот подожди, моркошку чё? Сначала надо. Моркошка будет вот где-то вот здесь, вот здесь, вот так здесь у нас будет моркошка, с другой стороны у нас будет картошка, а с третьей стороны у нас будут семена пшеницы. А какао-бобы можно посадить? Какао-бобы мы где-то потом в другом месте посадим, не сюда. Я просто хочу печенюшки делать вечные, всегда хочу печенюшки делать. Ну, если ты, конечно, мне обещаешь, что ты будешь меня ими кормить каждый день, то тогда я тебе сделаю какао-бобы. Я тебе обещаю, что буду каждый день делать печенюшки. Ты свидетель. Вот если она когда-то мне перестанет делать печенье, напиши об этом в комментах, и Катя из-за этого получит бан в жбан. Все, договорились? Надеюсь, вы там договорились. Я тоже обещаю. Все, тихо. Все, готово. Не прошло и 20 минут, как Катя залатала сраную дырку из 10 блоков. Да мне 10 было, там больше, она глубокая очень. Ой, мистер Крипер постарался. Воду залей сюда, пожалуйста. Вот смотри, я вскопал все грядки, они заново превратились в эти высохшие, потому что воды не хватает. Заливай водичку, мать. Все залила, сейчас еще ведерко давай, возьму. Давай. Вот с этой стороны я сейчас посажу тыковку. Вот. Так. То есть у нас тут будут тыковки расти, там у нас арбузики будут расти, здесь у нас мамина мама, а здесь у нас свекла. Где у нас свекла? Сейчас, подожди. Вот так, борщицы все любят, поэтому свеклу нам нужно как можно больше. Наконец-то у нас нормальная ферма, большая, да, которая да. Не засохнет, которую мы не забросим, надеюсь. Я тоже, по крайней мере, на это надеюсь. Ну смотри, у нас практически все грядки уже засажены. Картошка еще. Где картошка? А картошку я уже засадил вот сюда куда-то. Слушай, а мы с тобой на самом деле такие молодцы. Мне кажется, только мы посередине зимы можем грядки садить и саженцы выращивать. У нас всегда все не как у людей. Ой, слушай, Катюха, мне кажется, у тебя конкурент появился, у него намного круче ботиночки, чем у тебя. Да фу, у него обычные какашечного цвета ботинки, а у меня розовые. Ну ты смотри, как он их модняво носит, как он модняво назад шагает лунной походкой, не то что ты. Ой, давайте вы, это самый молодой человек, не будете сравнивать меня и скелета, пошел ты! Так будет с каждым. Так будет с каждым, у кого будет круче ботиночки, чем у Кати. Все, пошли. Они у него не круче. Так, у нас очередной зомби-апокалипсис. Кать, давай за мной, в другую сторону. Нам с тобой нужно отправляться нужно как можно скорее в соседнюю деревню. Мы же вам не рассказали, чем мы планируемся заниматься в ближайшее время. Вы заметили то, что в последние несколько дней на нашу деревню начали нападать прям реально огромное количество зомбарей. Поэтому он прям передо мной заспавнился. Пипец, нужно скорее в деревню бежать, пошли, спасать пошли, их. Пошли. Учитывая то, что мы с Катей читаем практически все комменты, которые присутствуют у нас под роликами. Мы же читаем все комменты, Кать? Читаем. Давай быстрей. Пошли. Давайте, пацаны, сюда. Хотя бы одного. Давай, садись сейчас, Кать. Садись. Отправляйся, я тебя догоню. Давай. Всё, давай. Я поехала. Пацаны! Толкни меня! Да я тебя так уже сейчас толкнул. Все, поехала. Нет. Вперед, клавишу нажми и поедешь! Да жму, не еду я нифига! Ёханая дури... Так, подожди, мне нужен один зомби-житель. Пацаны, сюда, пожалуйста, за мной! Давай, сюда, заходи, дорогой, заходи. Игорь, ты не нужен! Давай, заходи. Поехала, молодец. Игорь, уйди! Давай, удачи тебе там, чтоб привез как минимум четверых! Хорошо, я постараюсь сюда... Заходите, вот внутрь... Каких нафиг четверых?! Внутрь зайдите! Поехали! Вперед в деревню! Один из колеи сошел случайно. Езжай! Все, поехал. Давай. Поехал. И братка своего толкай тоже. Давай. Добрый путь. Ну и, конечно же, мне вагонеточку надо скрафтить как можно скорее и отправиться за всеми ими. Кать! Ты где там? Еду! Встречай! Мужа с войны! Так я еще не доехала сама! Ну и как бы я и твой, и не муж твой, да? Ну, кстати, да.
Ты там едешь? Нет, сколько тебе можно ждать? Наконец-то! Здравствуйте! Вылази! Здравствуйте! Как у вас тут дела? Вот эти зомби доехали наши или нет? Покушайте, покушайте. Здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте, здравствуйте. Хорош здороваться, ты погляди на это. Ты их уже засандалила в дом? Да? Мне кажется, пришло время сказать подписчикам, чем мы занимались до начала этой серии. Вот чем мы занимались. Катя, поглядите. Катя, проведите экскурсию, пожалуйста. Поглядите на эту новейшую разработку в стиле белого кварца и выделенного, выдаванного камня из чистой породы булыжников. Двери, двери из чистого бука. Сама пошутила, сама посмеялась. Не, не смешно со слова баба-бамбука. Ну да ладно, проходите, проходите, проходите вовнутрь. Есть, да, конечно, недостроено еще немножко, зато двери уже есть, и как бы и зато там уже валяется шалкерный вот этот ящик-сундук, с помощью которого мы как раз-таки будем достраивать, разрешите представить, больницу для зомби-жителей. Голем, простите, пожалуйста, я все понимаю, наглая рожа, но это больница не для вас. Катя, выпроводи его, пожалуйста. Убери его. Я боюсь, знаешь, нынче крипер, големов с того момента, как они меня отфигачили один раз. Отмудохали, да? Так, я пока планирую здесь застроить хотя бы немножечко стен. Выйдите отсюда, пожалуйста, не для вас строится это все. Так, тут у нас дангер-зона, дангерус-зона, уходите. Здесь у нас мы сразу ставим стекла, такое фирменное дизайнерское решение. Как бы свет нужен даже в зомби-больнице, как-никак. Вот сюда и вот сюда. Так, я пойду пока кровати скрафчу, потому что жители вылечатся, им нужно будет отдохнуть, да, переспать. Да, да. Ну и, конечно же, как же зомби-больница без зомби-железных клеток? Они нам точно пригодятся. Кать, ты там кровать сделала? Да, все 4 штуки сделаны. Давай, заноси и расставляй. А я пока продумаю план, чем нам с тобой сейчас заниматься. Так, отлично. А как их расставить лучше? Правой кнопкой? Вот давай, мне кажется... Эй, ну я знаю, что правой кнопкой! А кто ее знает? Ты каждую серию забываешь, как там кушать еду или как из лука стрелять. Вот сюда давай одну, вот сюда давай другую. И также противоположно, мне кажется, вот сюда можно. Красота просто. А, так, да, кстати, Ну, мы вас на экскурсию не звали еще, открытия не было официального. Ты очумел? Тут зомби-жители должны спать, а не вы! Наглые рожи! А ну, текай нафиг с города! Давай, текай отсюда! Кать, прогони его, пожалуйста. Приглашения не было, молодой человек. Ядрёный случай, вы чё такие наглые? Вася, на работу пора, иди давай. Кать, не бей его! Не бей его, сейчас опять вот этот нападет голем и его жопу тебе надерет. Не надо лучше с ними связываться. А чё он на чужие кровати ложится? Нет! Да... Иди нафиг отсюда, пожалуйста. Иди нафиг. Какие они наглые, слушай. Рейтинг нашей деревни минус 100 просто. Только посмей. Вход жителям запрещен. Это зомби-больница, а не для вас, пописячных. Свалим отсюда нафиг. Я просто жду, не дождусь, когда у меня будет вебка. Просто надо видеть. Подожди, ты себе не представляешь, как мне мозг уже весь выли, подписчики в комментах. Вебка будет. И у Кати, и у меня, хоть у меня уже есть вебка. Скоро будет. Мы ее заказали из Москвы, она к нам едет. И мы как бы так же ее ждем, как и вы. Скорость будет без паники, пожалуйста. Да, как ты меня заказал. Если тебя сейчас сожрут зомби, слушай, это вообще не наша вина. Иди лучше заранее попрощайся с детьми и с женой, а то ты, наверное, до утра не доживешь. Кать, иди сюда. Ладно, пускай поспит. У нас зомби-жители 2, кровати 4. Пусть поспит, места всем хватит. Кать, кто-то из нас должен быть наживкой. Кто-то должен быть наживкой для зомби, кто-то должен быть наживкой для голема.
Я сейчас открываю эту дверь, заманиваю этих зомби-жителей вот туда, в эту больничку. А ты, если вдруг на них начнет нападать голем, сама нападай на голема, чтобы он их не закукарачил. Все понятно? Подожди, а может быть мы просто выстроим такой туннель? Это слишком сложно и слишком непонятно. Все, давайте за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Уже что ли? Давай внутрь, 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 заходи, Катя, один за тобой, поэтому давай сюда внутрь. Быстренько, 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 быстренько. Дверь, двери закрывай. Собака. Так, заманивай одного в клетку и закрывай за мной дверь. Нет, нет, давай, 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 дверь. Сюда, подожди, стой. Вот так. И второго, 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 второго. Забегай в клетку, он за тобой следует. В клетку забегай. Давай, давай, в клетку, в клетку, в клетку, в клетку, чувак, давай сюда, оп. Дверь закрой, сатана! Так, выбегай. Давай быстрее, закрывай его, закрывай, закрывай! Ааа, давай еще раз в клетку забегай, выбегай из клетки, быстро, быстро, быстро! Давай, быстро. Давай, 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 оп! Все? Мы справились? Он вернулся спать, он просто вернулся спать обратно. Наглее жителей я в своей жизни не видел, честное слово. Ты прикинь, когда он утром проснется, просто башкой сразу об потолок шандарахнется. Будет знать, как в больницах чужих ночевать. Слушай, а давай так и сделаем, смотри. Раз, два, три. А я его... Зато хотя бы башкой сразу же стукнулся. Все, зато никто больше сюда не придет, никто больше спать не будет. Пацаны, надо с вами что-то делать. Кидай зелья, корми их за вот этими золотыми яблоками. Ой, шел отсюда, ядрёна кочерышка, ты меня заколебал! Нафиг, ушел, ушел, просто ушел. Уй, выйди, вышел отсюда, выйди. Там голем разъяренный ходит, он ждет нас просто, пока мы выйдем. Так, первый пошел, значит, я врач. Так, спокойно, я врач. Так, и... Молодец, молодец. И сейчас также второго давай, корми. У меня у самой слабость наложилась. А ты-то как сюда забрался? Я дверь закрыл даже. Так, молодой человек, здравствуйте. Теперь вы по списочку, но с фамилию скажите свою. Она врач, она врач, если что. Да-да-да, все, давайте глаза закрываем. Не больно сейчас будет, не больно. Оп, оп. Плюс два жителя в деревне, как-никак, спасаем планету. Надеюсь, они не будут такими же тупыми, как вот этот. Да, все, а сейчас я предлагаю выйти на улицу. Все, ты когда проснешься, осматривай отсюда и, пожалуйста, больше не возр... Да! Спасла! Я ждала этого, я ждала. Ты очумел, нафиг, ну так ты погори со своими вот этими дурацкими жителями, чтобы они не заходили в больницу, голем! Причем меня как бы он не бьет, хотя я тоже шиндарахала этого жизнь. Я считаю, что это очень сейчас было нечестно. Мы спасаем планету от зомби-вируса, а нас вот так големы благодарят, да? Угу, вообще офигели совсем. Ну так тоже можно, да. За планету! За здоровую нацию! За крепкий союз Кати Эдисона с жителями и големами! Мы за здоровую страну!